Следующий вопрос хочу адресовать Андрею Ульянину. Андрей, вы специализируетесь на коротком метре, на жанре короткого кино. И, насколько я знаю, собираете лучший контент в этом жанре. Ну, собирали, по крайней мере, не знаю, сейчас вы расскажете, как сейчас, да? Собирали его, посещая, ну, практически все возможные фестивали, рынки, прочее по всему миру, где, собственно, отбирали для себя контент. Как сейчас происходит отбор контента? Не планируете ли вы какой-то собственный продакшн прям развивать? Да, всем добрый день. Всем добрый день. Представляю телеканал Shot TV. Мы специализируемся на коротком метре, и действительно нашей фишкой с момента основания был каталог короткого метра со всего мира, от всех европейских, американских и не только правообладателей, дистрибьюторов. Мы посещали многие фестивали. Даже в прошлом году лично я съездил на 2 фестиваля во Францию. Активно мы сотрудничали именно с французами. Вот, поэтому, естественно, не могло на нас это не сказаться, события в этом году. И если в общей сложности считать, то примерно около четверти дистрибьюторов европейских отказались с нами продолжать сотрудничество, написали, что ничего личного, но как бы до лучших времен пока не будем вам продавать контент. И, что интересно, именно отвалились дистрибьюторы вот в феврале, в марте, потом уже никто от нас не уходил, все продолжали с нами сотрудничать, даже там бельгийцы вернулись. Все потому, что индустрия короткого метра — это такая нишевая все-таки история, там не такие большие бюджеты, как в сериальном контенте, в полнометражном контенте. То есть им бы тоже не хотелось бы терять рынки. Россия довольно большой рынок. И еще немаловажен тот факт, что вот эти годы мы выстраивали такие очень дружеские, даже я бы сказал, неформальные отношения, встречаясь на фестивалях, там постоянные звонки по Zoom и так далее. То есть удалось довольно плотные отношения выстроить, что нам позволило продолжать сотрудничать, и нам продолжают присылать каталоги. Но были несколько новых, скажем так, практик, которые мы стали использовать в связи с новой конъюнктурой. Это мы обратили внимание особенно на российский контент короткометражный, стали более активно посещать российские короткометражные фестивали. Также стали чаще общаться не с дистрибьюторами какими-то там крупными, а с режиссерами напрямую. Как бы им без разницы, там, можно без проблем сотрудничать с российским рынком. Вот. Также мы показываем контент класса А, это, я имею в виду, полный метр и сериал в меньшей степени. Тут нам помогают уже российские дистрибьюторы, у которых права на полный метр как минимум там, до 2024 года. Что будет дальше, будем думать по ситуации. Но мы раздумывали тоже о том, чтобы активнее приобретать турецкий контент, там, как уже говорили, иранский. Но не могу сказать, что он равен по уровню именно в короткометражном сегменте европейским, американским и даже российским работам. Поэтому не хотелось бы на данном этапе пока идти по этой дорожке. Но мы только судим по уровню и качеству контента. Поэтому если будут достойные турецкие короткометражки, естественно, мы их возьмем. А по поводу собственного продакшена? По поводу собственного продакшена, пока это нас нынешняя ситуация подстегнула в этом направлении активно думать, но пока все в такой зарождающей стадии, мы обсуждаем, рассматриваем возможности, рано пока что-то говорить конкретное. Угу. Понятно, спасибо. Я хотел бы еще Андрея спросить по поводу возможности и вообще его мысли по поводу такой платформы, потому что я помню, что когда с вашими коллегами общался, я помню, там кто-то озвучивал мысль именно такую, что очень большое количество контента скапливается у вас, накапливается, которое вы закупаете для своего канала,
И у вас была мысль тоже что-то вот похожее на создание некого такого же механизма, витрины по продаже вот этого вот, прав на этот контент. Я ничего не путаю. Ну да, была такая идея, просто мы приобретаем не только Pay TV права для показа на нашем телеканале, также SVOD права, что позволяет нам продвигать эти фильмы короткометражные, в том числе и оскаровские, фестивальные хиты в дальнейшем. И с тех пор мы стали сотрудничать с такими платформами, как Okko, Wing, то есть они выбрали какой-то пакет понравившихся им короткометражек и разместили у себя на платформе. Потом мы получали какие-то тоже отзывы, статистику по просмотру на этих платформах. Насчет создания своей персональной какой-то платформы сейчас, я думаю, не лучшее время нам говорить, потому что много неопределенности. Но вот еще хотел бы сказать лично, как человек, занимающийся закупкой контента, что идея довольно интересная, именно собрать такое в одном месте с хорошим интерфейсом, сделать такую платформу, потому что по-прежнему, общаясь с правообладателями, как российскими, так и зарубежными, часто приходится получать какие-то громоздкие там PDF-каталоги или таблицы Excel на 700 рядов. Там. Вот. И как-то это немножко уже атавизм. Поэтому, если будет это все сделано технологически и правильно с точки зрения интерфейса, то было бы только удобно.